Сегодня предприниматели и чиновники обсуждали перспективы развития гостиничного бизнеса. Основная проблема – посуточные квартиры. Они забирают львиную долю выручки. Однако бороться с ними невозможно, да и не нужно, поскольку гостиничного фонда в городе не хватает. Управляющие, менеджеры и юристы гостиничных комплексов собрались сегодня на одной площадке. У представителей сетевых компаний и крупных комплексов набралось много претензий к бизнесменам, которые сдают квартиры посуточно. По официальным данным, в городе 93 компании, предоставляющие подобные услуги. Власти объявили, что в этом месяце намерены заняться проверкой таких фирм. По мнению заместителя главы Красноярска Татьяны Зеленской, весь город завален рекламой гостиниц в квартирах. А качество услуг оставляет желать лучшего. Хотелось бы побороться и за здоровую конкуренцию, и за имидж города, и с точки зрения юридически легально, какими мерами нам сделать бизнес цивилизованным. И если это действительно гостиница в квартире, то ей, наверное, надо организоваться, указать свой логистический центр, где его можно увидеть и какие дополнительные услуги, согласно стандарта, они оказывают. Владельцы гостиниц в квартирах парируют в их бизнесе. Как и везде, есть и недобросовестные компании. Отдуваться приходится наиболее крупным игрокам. К предложению создать и войти в саморегулируемую организацию многие отнеслись настороженно. Это дорого и может не привести к результату. Государство, я считаю, нужно просто разделить нас, в отдельную нишу вывести, а не так, как сейчас. Сейчас мы в нише гостиниц присутствуем. И с нас пытаются спросить, как гостиница. Это, ну, в корне неверно. Квартиры никуда не денутся, этот бизнес будет существовать. Просто вопрос как, ну, будут нас как-то давить со всех сторон, пытаться вытеснить, но все уйдут еще более глубокое подполье. В Красноярске 31 гостиница и 2150 номеров. Из них всего 370 отвечают самым высоким требованиям. При этом цены на размещение достаточно высокие – 8 тысяч в сутки за номер высшей категории. Именно это позволяет гостиницам в квартирах приносить такую прибыль, считают эксперты. В городе развит деловой туризм, а зачастую командировочные расходы не перекрывают затраты на проживание. Директор гостиницы «Амакс» Мария Сизова говорит, что все переговоры ни к чему не приведут. Вряд ли бизнесмены, как предполагается, например, будут делать отдельный вход в квартирах для своих клиентов. Зачастую это и невозможно. Ситуация изменится, когда в Красноярск начнут приходить сетевые гостиничные комплексы. Если бы я занималась, к примеру, этим вопросом, у меня там было 10 квартир, мне бы сложно было заставить что-то переделать в этих квартирах для того, чтобы положить, опять же, там, инвестировать какие-то денежные средства для того, чтобы все переделать, стандартизировать и при этом сделать одинаково. Причем изначально, если вкладываются деньги во все это в развитие, то автоматически увеличивается цена, потому что возникает вопрос окупаемости. Это все. Поэтому не думаю, что они на это пойдут. Но все-таки вопрос ценника, потому что, приехав опять же сюда, была удивлена ценой по Красноярску, которая есть. То есть средняя цена там при более или менее, опять же, в среднем размещении 4,5-5 тысяч рублей. Нужно поднимать уровень гостиниц в квартирах, чтобы это были действительно гостиницы в квартирах, потому что гостиницы более-менее дают хоть какие-то гарантии, они вкладываются в эти гарантии. То есть определенные программы производственного контроля, то есть следим за климатом, за качеством продуктов в общепите. А в гостинице в квартирах они пока этого не могут предоставить. Если будут разработаны стандарты, если будут какие-то правила игры на рынке разработаны, я думаю, проблема исчезнет. По самым скромным прикидкам чиновников, если Красноярск собирается принять универсиаду, городу требуется построить еще 7 крупных гостиниц. Только тогда можно будет говорить, что номеров достаточно, а пока нехватка мест чувствуется все сильнее. У нас проходит больше международных событий. В частности, для следующего экономического форума не хватает тысячи мест. Во многих комплексах номера на февраль уже забронированы. Ну, если же у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 292-91-14. Также можете оставлять свои комментарии на нашем сайте. Афонтова.ру. Елена Бурасова, Игорь Лобакин. Афонтова. Новости.